Сегодня хочу поделиться с вами простым рецептом приготовления рубленых котлет из индейки с сыром. Блюдо получается невероятно вкусным, сытным и полезным. Рекомендую попробовать. Блюда из индейки не только диетические, но и полезные. Такие котлетки подойдут, безусловно, не только для взрослого, но и для детского стола. Подавать можно самостоятельно с любимым соусом, свежими овощами, а также с любым гарниром. На обед или ужин, и даже для праздничного стола. 1. Подготовьте все ингредиенты. 2. Мясо отделите от костей, если не используете уже готовое филе, и нарежьте небольшими кусочками. 3. Добавьте нарезанный максимально мелко репчатый лук, пропущенный через пресс чеснок, муку, яйцо, измельченную зелень, тертый мелко сыр, соль и перец по вкусу. 4. Перемешайте все ингредиенты до однородного состояния. 5. На раскаленной сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла и ложкой выкладывайте готовый фарш. 6. Обжаривайте котлеты с двух сторон до появления румяной корочки. 7. Приятного аппетита!